Остается только мониторить, насколько выросли цены в магазинах. Томаты от 32 до 76%. Какие товары предпочитают ивановцы и может ли повлиять правительство на цены? Наказы губернатора исполнить любой ценой. Между тем, подкожный финансовый жир с каждым днем истончается. Какое предприятие призвал реанимировать глава региона и почему зима отменяется? Бесплатный лед. Где в городе можно покататься на коньках? Как вы можете убедиться, в настоящий момент не все катки пригодны для катания. Адрес лучшей площадки и куда подать заявку на участие в дворовом хоккее.